Сейчас я вам покажу, как сделать пандусы вместо бордюров с помощью приложения «Коляска МДА». Скачивайте приложение «Коляска МДА». Наша задача только сфотографировать препятствие. И я уверен, что скоро вот эти ужасные бордюры починят. Можно фотографировать препятствия, высота которых больше 1,5 сантиметра. Где явно ненормативные пандусы, мы их тоже снимаем. И отправляем на сайт. После загрузки на сайт эта фотография появится на карте. Не только Ростов-на-Дону можно снимать. Это в любом городе действует приложение. Рекомендую снимать целые маршруты, потому что исправление одного пандуса не поможет инвалиду передвигаться, а также велосипедисту, мамочкам с колясками. Потом наши фотографии администрация сайта отправит в администрацию города. И там решат, что делать с этими обращениями. По каждой фотографии создается обращение. И администрация обязана дать какой-нибудь ответ. Вступайте в группу ВКонтакте «Коляска МДА», чтобы узнать ответ администрации на ваше обращение.